Деда. Дуняша, скажи своей дочери. Да. Веда, Веда. Кто там? Так, наверное, координатом у забора ковыряется. Веда, 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 Веда. Иди сюда, ко мне. Надо пойти поковыряться немножко. Георгина, что ли, собралась уже, да? Да взяла двое, те, по-моему, засохли, не знаю, вот замочу. Посмотрю. Замочи, да, что. Как они там? Если не высохли корни. Иди сюда. Да, одни мы ругаемся, да, давай. Ой, Ведочка, ой, моя ну и подходи, красавица. Ты же подходила. Ой, ой. Руку-то дай. Ой, ой. Руку-то дай. На. Веда, на, ну, ну это хорошо. От меня собаками пахнет еще. От меня пахнет собаками. Она да. же чужих еще не видела, ой, на территории. Ой. Все? Ой, моя умница, пахнет собаками. И да. кошечками, да? Ой, пахнет, пахнет. Все? Да, да. И Тошей пахнет, и девочками пахнет. Все, все умница, девочка, хорошая. Ты умница, адекватная девочка. Хорошая девочка. Значит, у вас в один день рождения, да? Все? Да, да. Куда пошла, говорит? Куда пошла? Все, да, все. Теперь куда пошла? Смотри, 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 легла. Мало ей было. Это она показывает, что мало. Да, это я купила в этом году. Но это плетистые, высокие. Вот эти маленькие, я сюда, наверное, хочу одну высокую посадить оттуда, а эти маленькие пересадить туда. Это чайно гибридные. А большие я, куда? Я вот одну посадила, купила. А это в ведре, это я своя, которую сажала этим, ну, розу срезанную, купили или подарили, я не знаю. У нее корень вот такой вот уже, она вымерзает и все. Я вот посмотрела в интернете, ведра в горшках сажать, потом горшок пересажу и буду убирать на зиму. Она красивая. Ну,